Лучших водителей студентов Заинского политехнического колледжа выбирали 10 сентября. В начале учебного года в Татарстане проходит республиканский конкурс «Автосессия». Традиционно в нем принимают участие студенты вузов, но последние 7 лет к участию приглашаются и студенты заведений среднего профессионального образования. В муниципальном этапе участвовали 12 студентов, имеющих водительское удостоверение и достигших возраста 18 лет. Районный конкурс – это еще отбор команды для участия сначала в зональном, который пройдет в Альметьевске, а потом в республиканском этапе этого конкурса, где принимают участие студенты таких крупных вузов, как Казанский государственный университет, технический университет. То есть наши ребята, в общем, достигшие 18 лет, имеющие водительское удостоверение, вступят в единоборство по правилам дорожного движения по вождению с ребятами, которые имеют больший опыт вождения автомобиля и в черте крупных городов, таких как Набережные Челны, Альметьевск, Казань. Но надо сказать, что наши ребята достойно выступают, в десятку сильнейших, как правило, входят. Первый тур онлайн-экзамен в ГИБДД ребята сдавали в учебном классе. С теорией справились всем. 20 билетов нужно было решить за максимально короткое время. Самые быстрые справились за минуту с небольшим. Волнуюсь, потому что я на категорию С учусь. Все правила знаю. Категорию Б я 4 года уже как не учил. Волнуюсь. Посмотрим, что будет дальше. Ну да, волнительно, все равно. Ответственность есть. Вот. Готовились по приложениям ПДД. И в ДСАФ тоже приходили там на компьютер. Нам объясняли все, вот показывали. Ну что, одному все равно сложно. Второй тур на автодроме колледжа участникам пожелали ни пуха, ни пера, напомнив при этом основные правила для водителей. На практическом туре задания традиционные. Змейка, парковка, заезд в гараж. Все эти маневры водители совершают каждый день, так что сложностей тоже не возникло. В итоге первое место занял Егор Угляренко, второе место у Никиты Акатьева и третье место у Максима Андреевкина. Эти водители будут представлять Заинск на республиканском этапе. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.